Здравствуйте, мы находимся на выставке CPM-2019. Светлана, расскажите, пожалуйста, откуда вы к нам приехали и какую компанию представляете? Я приехала на ту выставку из нашего известного города, города Сочи. Представляю нашу компанию COVEX, магазин, в частности, магазин Richland, магазин брендовой одежды. Торгуем уже не первый год, и в городе мы достаточно известны. Расскажите, как дела у вас обстоят с розничной торговлей в Сочи? Сложно, несложно? Насколько сейчас рынок? Рынок сейчас сложный, я думаю, так же, как и во всей стране нашей. Не просто новые технологии, новые законы. Все перестраивается, но мы относимся оптимистично к этому всему, так как люди всегда одевались, обувались, хорошо хотят жить, приезжают отдыхать. И я думаю, все будет очень даже неплохо. Очень рады. Вот, пусть так и будет. А вам удачи в бизнесе и в делах. Спасибо большое. Всем удачи.